кенар, желтый кенар, в клетке выставленной на балкон. Этот кретин, этот сумасшедший кенар, что на такой высоте делает он? Клетка 20 сантиметров на 30, еще на 30, 2, 70, потолок 5 шагов вправо, влево 3. Одного этого достаточно, чтоб застрелиться, ведь прутья железные, кенар, вокруг посмотри. Кенар, желтый кенар, в клетке выставленной на балкон. Что он делает на такой высоте? Вероятно, бухгалтер он. Город под ним, как конторские счеты, и с утра и до вечера он по проспектам гоняет костяшки машин. Город под ним, как конторские счеты, и с утра и до вечера он по проспектам гоняет костяшки машин. Кенар, желтый кенар, вокруг свободные воробьи и вороны, жалкий писклявый тенор, в 8 утра поющий свой номер коронный. Город под ним, как конторские счеты, но, может быть, он не бухгалтер, а музыкант. И по проспектам машины трубят, как ноты, и затихает музыка, когда догорает закат. Кенар, желтый кенар, это ты во всем виноват. Музыкант ты, или бухгалтер, или клеточный акробат. Кенар, ты ни то, ни другое, ни третье. Ты уличный продавец дешевых сладких рулат. Ты будешь убить сквозь решетку ларька в своей камере клетки, заложник в жестокой разборке двух уличных банд. Кенар, желтый кенар, желтый кенар, желтый болван. Ты мне надоел своим пением, как дьявол. Ты мне надоел своим пением, как дьявол. Я сижу на балконе среди телефонов и белых ванн. В желтом доме, закутавшись в желтое одеяло, я сижу на балконе среди телефонов и белых ванн. В желтом доме, закутавшись в желтое одеяло, кенар, кенар, желтый, желтый, в клетке, в клетке, выставленный, выставленный на балкон, на балкон. Что он? Что он? Что он? Что он? Что на такой высоте делает он? Что на такой высоте делает он? Что на такой высоте делает он?